Наступило время ужина. На ужин оладьи. Тихо. Опа. Падают. Такая тарелочка. Варенье клубничное. И сметана. Интересно, съем такую тарелку, нет? Обожаю оладьи. Даже больше, чем блины. Заходят просто на ура. Оладьи, сметана и варенье – это лучший симбиоз, я считаю. Хотя нет. Есть же еще масса всяких соусов. Можно шоколадная паста. Арахисовая сгущенка. По две неудобно есть. Но берутся по две. Немного ягод. Огонь просто. А вы что больше любите, блины или оладьи? Напишите.
очень интересно. Выходные заканчиваются завтра на работу. Вообще неохота. Было бы классно было не работать. Получать деньги, а хотя бы 1012 бы. Уже бы можно было не работать, не ходить, не вставать рано. Я бы выжил бы на 12 тысяч. Запросто. А, еще помимо оладьев, блинов и сети, как они, панкейки, по-моему, называются. Я пробовал один раз. Ничего такие. Они не похожи ни на блины, ни на оладьи. Что-то вообще другое. Иди отсюда, я тебе уже дал сметаны. Кошка сметану доела, еще лезет.
сметана заканчивается, уже закончилась. Оладьи тоже. Одно спасение, варенье. Ни салфеток, ничего нету, так что приходится вытирать руками. Последний. Вот тут еще ягодки оставил. Все. Оладьи ушли. О. Что-то аж спать захотелось. После такой порции. Но спать еще рано. Еще 4 нету. А я уже поужинал. Да. Все, больше есть сегодня не буду. Оладьи супер, сметана, варенье лучшее, заправка. Все, десерт уничтожен.